Ребята, всем большой-большой привет огромный. Всем спасибо за все, за понимание, за комментарии, за лайки. Лайкайте, пожалуйста, я всем лайкаю. Подписывайтесь. Все будет интересно. А сегодня мы готовим вот такую печеночку в капусте. С капустой, вернее. Вот печень куриная. И капусточка. Со всеми. Морковка, перчик, помидорка. Все очень вкусно. Блюдо такое, что от него не поправишься. Кто смотрит за фигурой или по какой-то причине не может есть жареное или еще какое-нибудь, то это диетическое отличное блюдо. Кому интересно, смотрим дальше. Ребята, готовим капусту с печеночкой. Для этого мы капусточку нарезали вот так вот. В соленой воде обдали кипятком. Соленым кипятком, чтобы она стала мягче. И ушел запах лишний. Потом печеночка куриная, очищенная, все в соленой водичке отварили пару минут, чтобы она была полуготова. И теперь вот у нас нарезанный лук, перчик, морковка, помидорка. И теперь все это сейчас будем жарить на сковороде. Наливаем сковородку масла и отправляем все овощи. Не обжарить, протушить. Это такое диетическое блюдо, кто хочет похудеть, еще по какой-то причине. Вот такое оно замечательное получается. Мне говорили, что мы голодаем, для нас блюд нет. Для тех, кто не может себе позволить жареное и еще что-то. Идем в сковороде. Ребята, налили масло. Сковородочку чуть-чуть, и все сюда высыпаем. Сразу лук, все обжариваем, протушиваем, вернее, все сразу. Только чтобы мягче стали. Жарить сильно не надо. Сейчас посолим, поперчим. Вот до такого состояния мы ее протушили. Протушили. И отправляем сюда нашу капусточку проваренную. Все перемешиваем. Смотрите, какая красота. Видите? Минут 5 обжариваем ее. Это она уже готова.
И сейчас сюда вложим нашу печеночку, тоже полуготовая, в эту капусту. Смотрите, какая она уже проваренная, все. Перемешаем. Делаем тише огонь минут 10, и она будет готова. И вот, ребята, наше блюдо готово, наша печеночка готова, капусточка готова. Все очень нежное, мягкое, ароматное, очень вкусно. Кто не может по какой-то причине кушать что-то такое поострее, то это то, что оно. Или кто-то хочет похудеть. Капуста и печень, куриная птица. Смотрите, какая красота, вкуснота, красиво. Готовьте. Всем приятного аппетита. Пока-пока.